Десятки миллионов лет назад, когда серые разгромили базы укрепления, не согласных с ними людей с разных планет, они сюда погрузили, на эту планету. И потом ее уничтожили, то есть физически, то есть здесь не было людей. Но перед тем, как уничтожить, они установили электронный экран, который удерживал все души, всех духов здесь, чтобы они не могли покинуть планету. Здесь было очень много военных, местное население и так далее. И всех их уничтожили, то есть это было фактически, ну, геноцид галактического уровня. И здесь они были миллионы лет, эти люди, ну, души, духи и так далее. Но здесь также была огромная радиация. А динозавры, они вымерли не из-за того, что изменился просто климат. Динозавры вымерли в тот момент, когда был удар по планете. И вместе с ними умерли и люди. По моим данным, люди были огромного роста, там другие были, другая была гравитация. Рост доходил, ну, я честно сказать, я не видел, не могу соизмерить, какой это рост был, да, но он мог доходить до 12 метров высотой у людей. То есть, ну, вот как атланты есть в это, то есть тогда вот такие люди были. То есть 3 метра, там, может быть, 6, там, до 12. И уже есть подтверждение, раскопки древние делают, что находят огромные черепа, вот такие. Многие говорят, что это фейки, но реально есть свидетельство, что специально это делают, чтобы скрыть факты, что миллионы лет назад, во времена динозавров, здесь были люди, жили. Это специально тоже делается намеренно, чтобы никто не узнал правду об этом. И из-за того, что здесь была определенная как камера из многих планет, которые оказывали сопротивление, сюда их сгрузили, и сейчас, что мы видим, это восстановление тех культур, тех людей, которые когда-то сюда попали и не могли выйти отсюда. Я не могу рассказать подробности, потому что они очень тяжелые. Я рассказываю в общем. Вот. Я знаю очень много подробностей. Я общался с существами, с душами, с духами, которые были свидетелями этих инцидентов. Вот уничтожение Земли и все. И мне показывали эти картины, они все записаны, любой их сможет просмотреть. То есть они никуда не... Любые события их можно просматривать. Они никуда не деваются. То есть ничего тайным не может стать, даже если это скрыто от фиксации там, ну, на духовном уровне. То есть это все можно просматривать.